Смотри, through his eyes. Like, раз, два, в этот раз музыку, которую подобрал нам Игорь Аршуляк и Александр Жулин, ну и мы вместе с ними, она такая домашняя деревенская история, которая может случиться в любой семье, в общем-то. Наоми пробует себя в качестве такой русской женщины, но... Вау! Русско-украинской, не знаю, как вот ей... Это тоже интересно посмотреть, как она в это играет. Мне очень нравится. Дождись акцента и потом закрывай дверь. Как мне сыграть русскую? Мне сказали, что в самом начале я ем семечки. И, как оказывается, это очень по-украински. Затем мой костюм. И я должна быть очень жесткой, очень сильной женщиной. Так что, надеюсь, образ прочитается. Увидим. И ты должна будешь удержать мужчину. Да, я должна удержать мужчину в доме. Там, где он должен быть. Так? Yeah.
Такая девушка, как Наоми Ланг, не потеряется. Ни в какой жизненной ситуации не потеряется. А уж лететь без нее действительно с одним крылом. Но те три поддержки, которые выполнила сегодня эта пара, это было просто фантастическое зрелище. Я таких никогда не видел. И я не знаю, поднималась ли когда-нибудь Наоми на такую высоту без помощи лифта, только с помощью рук партнера. Потрясающая сложность и чистота выполнения. Я не видел такого никогда ни в балете на льду, ни в выступлениях профессиональных фигуристов на крупнейших турнирах. И не случайно Алексей лидирует среди мужчин в наших соревнованиях. Наоми Ланг, Алексей Тихонов. Оценки за технику. 5-9, 6-0, 6-0, 5-9, 5-9. Средний балл 5,94. Оценки за артистизм. 5-6, 5-7. 5-0, 5-6, 6-0. Средний балл 5,58. Общий балл 11,52. Но мне показалось, что ребята справились. Огромное количество сложных поддержек. И, конечно же, Татьяна Анатольевна, 6-0 за технику я вижу, но все-таки не дожали во второй оценке. Почему 5-0? Ну, во-первых, тари-ра-рам, надо из-за такта начинать. Тари-ра-ра-рам. Надо начинать из-за такта. Нельзя это пропускать. Это уже не танец. Это уже набор. И потом мне показалось, что это вообще-то, так я мягко скажу, пошловато. Пошловато? Да, пошловато. В начале программы, когда Алексей пытался уйти от своей жены, или в конце, когда она все-таки загнала его домой? Элементы выучены прекрасные, но под такую музыку, которая звучит в наших сердцах, под эти слова, или это может быть очень что-то неожиданное другое, или все-таки то, что, знаете, как в классической музыке нужно сыграть то, что задумал автор. Я думаю, что это неудачная работа. Больше не буду по этому поводу говорить. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Наташечка, судя по вашим оценкам, у вас все прозвучало в сердце. И не только музыкальная композиция, но и сам номер. Да, потому что я росла с этой песней, и она была так много на слуху, что я даже не представляла, как можно ее сделать по-другому. И ребята сделали по-другому. Мне было ужасно смешно. И мне очень радостно за Наоми, потому что это совсем не ее образ украинской девушки, но она очень хорошо это сделала. Я первый раз вижу Наоми в таком образе гротесковом, народном, и ей это очень идет. Я поставила 5-9 за технику, Леш, тебе, потому что она парные элементы выучила благодаря тебе, но ты танцевальные элементы даже не пытался. Актерское мастерство фантастическое, но есть вещи, которые надо попробовать, какие-то переходы, возможно, с руками что-то надо было покрутить. А поддержки были классные, поздравляю. Ребят, 5-0. Какой оценки у нас еще? Бомбила вас, Татьяна Анатольевна. Леша, что скажешь? Ну, получилось так, как получилось. Мы очень старались и очень пытались сыграть его, потому что Наоми совсем-совсем другая. Я не видел такой Наоми никогда в жизни. И она меня вот заводила на какие-то другие вещи. И я, ну, другой совсем, не такой, как в номере. Спасибо, Наоми. Наоми, я вижу, ты не очень расстроена. Нет, я получала огромное удовольствие. Мне было так весело, и кататься с Алексеем было просто феноменальным. Я имею в виду, кому удается делать высокие поддержки, когда ты занимаешься танцами на льду. Это было потрясающее время, и оценки не важны.